Здравствуйте, добро пожаловать в Нови Сад, в Сербию, где сборная России продолжает подготовку в Олимпийских играх, к Олимпийским играм. В рамках мировой лиги интерконтинентальный раунд заканчивается. Еще два матча нам предстоит провести. Из этих два матча очень много надо сделать нашему тренерскому штабу. И подыграть тех, кто поменьше заигран. И еще убедиться в окончательности, правильности окончательности своего выбора. Тут, в общем-то, и результат хочется какой-то давать. Настроение могут добавить, как вы понимаете, только победы. Ну, а сегодняшний наш соперник – сборная Кубы. Команда, которая вчера досрочно обеспечила себе путевку в финальном раунде мировой лиги. Кубинцы по-прежнему выглядят блестяще. Победили сербов, хозяев площадки здесь, в Новом Саде. Причем одержали хорошую волевую победу. Проигрывали и 2-1, и по ходу четвертой партии значительно уступали. Но все-таки проявили характер, который не раз они демонстрировали по ходу этой мировой лиги. Вообще сборная Кубы очень-очень привлекательная команда в этом сезоне. Будет жалко, если снова кубинцам не удастся сохранить этот состав, поскольку молодость игроков могла бы служить гарантией, знаете, такого серьезного соперника для всей мировой волейбольной элиты на несколько лет вперед. Но в Кубе все это очень своеобразно. Продолжим после того, как прозвучат государственные гимны России и Кубы.
Так, матч Россия-Куба. Прозвучали гимны, и сейчас начнется поединок. Ну, вот я говорил, что, конечно, надо настроение иметь хорошее, но для этого надо побеждать. Тут еще есть такой момент, что сборная Кубы в этом году выиграла все три у нас поединка. В борьбе, да, в общем-то, неоднозначно там было все, но хотя кубинцы находятся в потрясающем, повторюсь, состоянии, поэтому, наверное, их победы более закономерны. Там насчет заслуженной, незаслуженной, могут у кого-то быть свои субъективные мнения, но вот что закономерны, да. Кубинцы готовились к отбору на Олимпиаду, проскочили, судя по всему, пик формы, и этот пик формы как раз пришелся на интерконтинентальный раунд мировой лиги, где они выглядят, ну, действительно, как емко заметил один из коллег, буквально звенят сейчас кубинцы, ну, по состоянию на Калининград, по крайней мере. Посмотрим, как будет сегодня. Нашим тоже надо немножко добавлять, помимо этого решать какие-то свои задачи, подыгрывать тех или иных игроков, должны получить определенную практику. Те, кто в итоге все-таки, наверное, должен быть основным игроком на Олимпиаде. Поэтому, похоже, сегодняшний стартовый состав будет здорово напоминать состав вчерашний. Ну, естественно, с небольшими модификациями. И давайте посмотрим на начало, кого сборная Кубы выпускает. Ну, вот второй связующий, эстрада номер два. Такое решение кубинского тренера. Леон в доигровке номер один. 14 номер Бесет появился в сборной Кубы. Так вот, 13 номер у Фиеля. Ну, в общем, такой полурезервный, можно сказать, состав сборной Кубы. Напомню, вчера кубинцы решили свою задачу, поэтому могут сегодня тоже какие-то эксперименты позволить. Ну и стартового состава Леон, 10 номер Куинтана. Остальные, я смотрю, игроки все больше те, кто мало играл по ходу мировой лиги нынешней. И игроки молодые, которым тоже нужна игровая практика. Ну, а лидерам, наверное, небольшая передышка перед финальным турниром в Софии понадобится кубинской сборной. Хотя не факт, что Орландо Самуэль, наставник кубинской команды, вот этим составом весь матч проведет. Возможно, как раз тоже на какой-то отрезок он этих волейболистов выпустил. Сборная России, что у нас, конечно же, интереснее. И, повторюсь, вчерашний, по сути, вариант состава, где два центральных стартуем в варианте. И Дмитрий Мусерский, и Николай Апаликов, связующий Сергей Гранкин. Два доигровщика из Белгорода, Сергей Тетюхин и Тарас Хтей. И Максим Михайлов, вот, по-моему, единственное отличие от вчерашнего стартового состава. Вчера Павлу Круглову дал поиграть Владимир Олег, на игроку которого совсем уж мало игровой практики, хотя вроде бы место в олимпийской команде он, по сути, себе уже застолбил, поскольку два диагональных осталось в распоряжении Олег. Но это, кстати, единственная позиция, где вот минимально нужный набор такой для олимпийских игр сейчас у сборной России. В остальных расширенный список. С возвращением Будько, надеюсь, будет у нас три связующих. С возвращением Волкова будет четыре, да и центральных блокирующих. Два либера у нас, да, целая группа доигровщиков претендует на место на Олимпийских играх. Если говорить о заявке на сегодняшний матч, то вновь не попали в состав 12 Денис Бирюков и Александр Соколов. Я уже не знаю, какие тут выводы надо делать. Владимир Олег, конечно, до конца всех карт не раскрывает, но, в общем-то, наверное, какие-то, наверное, из этого вывода сделать можно, по крайней мере, в отношении, не знаю, может быть, Дениса Бирюкова, потому что здорово проявляет себя Дмитрий Ильиных, очень хорошей форме, и мне так субъективным образом понравился вчера больше всех Юрий Бережко, который появился по ходу игры и значительно усилил игру нашей команды. Ну, а Тарас Хтей и Сергей Тетюхин, сами понимаете, такие краеугольные камни игры сборной России. Их важно вывести в боевом состоянии к олимпийским играм. Там, я думаю, что они будут основными действующими лицами. Тетюхин может функции основного доигровщика выполнять, с блеском он это делает. Может выходить со скамейки. В общем-то, ценнейший кадр для сборной России. Но Тарас Кей, капитан команды, этим многое сказано. Капитан кубинцев Вильфредо Леон на подаче. Подача его хороша по-прежнему. И это такая тоже полезная практика для нашей команды. Ну, вот упал мяч, сейчас Гутьеррес не достал. Кубинцы очень здорово в этом сезоне играют в защите. Более того, наверное, рискну предположить, что вот столько лет наблюдая за этой сборной, почти два десятилетия, и ни разу не видел сборной Кубы так играющей в защите. То есть Орландо Самуэльсу удалось
отладить великолепную игру своей команды в этом элементе. Ну и это, в общем-то, позволило кубинцам, наверное, действительно выйти на современный образец волейбола. Раньше мы знаем, блестящая атака, великолепные физические данные, серьезный блок, сумасшедшая подача. Ну вот другая сборная Кубы в этом сезоне, а сохранив все свои, наверное, лучшие качества, мы еще видим, что многие перешли на планер. Подача, которая в современном волейболе тоже необходима. Это позволило кубинцам и в приеме планера поднатореть, что раньше небольшие проблемы у них вызывало. Ну и плюс вот эта общая игра, как мы ее называем. Игра от блока, в защите, подстраховке. Реакции кубинцам никогда не было занимать. И если уж Орландо Самуэлю удалось добиться от них желания играть в защите, это, конечно, очень грозная сила стала. Поэтому остается только недоумевать, что путевки олимпийские кубинцы так и не дождались. Поклонники этой команды. Сборная Германии победила тоже заслуженно. Тоже команда, наверное, которая наряду с сборной Кубы главный прогресс в этом сезоне являет в волейбольной общественности. Ну, так или иначе, место на Олимпиаде было одно для этих двух команд. Вот оно досталось немцам. Кубинцам остается реабилитироваться, и мировая лига, конечно, для них последняя идеальная возможность для этого. Может быть, поэтому сегодня и не все основные игроки на площадке, потому что тоже Орландо Самуэльсу надо подыграть дублеров, а кубинский наставник практически не делает замен. Вот он шестеркой плюс лидера сыграл большинство игр, там совсем точечные какие-то варианты, выходы на замену вот как раз второго связующего эстрады частенько мы видели. Но вот сегодня он будет много подавать, и подавать классный планер, один из, может быть, лучших в мировом волейболе. Мяч летит быстро, низко, неприятно. Будет практика у наших в приеме очень хорошая. Надо бы ее выдержать. Так что сегодня с этой точки зрения хороший матч. Или он есть сумасшедший убойный подачи силовой эстрада. Вот со своим сложным, таким неприятным планером. Как раз вот эта парочка, напомню, в Калининграде подряд 4 очка на подаче сборной Кубы заработала в четвертом сете. И тогда они смогли заставить ошибиться нашего либера Александра Соколова. Вот с того момента и Алексей Обмочаев появился в составе сборной России. Собственно, он всегда был в стане нашей команды. Но вот не так много играл по ходу этой мировой лиги. Разве что можно вспомнить японский выезд его в Хамамацу, когда он одним был либером и, естественно, играл постоянно. Ну вот теперь даже я не знаю, какие выводы делать. То ли действительно Обмочаев внимательно просматривается Олег, но то ли он, может быть, и какие-то решения для себя уже принял. Сложно, опять же говорю, утверждать. К тому же такая просто эпидемия травм сборной России в последнее время, что говорить, что вот этот игрок поедет на Олимпиаду, это просто опасно, если хотите. Действительно, тут невольно станет суеверным. Мусорский приносит очередное очко нашей команде. 8-6. Создали мы небольшой такой перевес к первому техническому перерыву. Ну и пока, в общем-то, все довольно штатно протекает. Справляемся с подачей. Это, наверное, самое важное сейчас. Ну и в организации своей игры. Многих я уже перечислил. Сергей Гранкин тоже счастливым для себя образом вернулся в команду после того, как получил, ну не получил травму, воспалился мениск у Александра Бычко. Он вынужден сейчас заниматься лечением, но должен вернуться, надеюсь, в нашей команде к 5 числу, когда начнется сбор последний перед Олимпийскими играми. Вот сейчас команда вернется, получит игроки там 3 дня отдыха, и все, дальше уже без перерыва. Будем надеяться до последнего игрового дня в Лондоне. Останется только определиться, с кем пойдет Владимир Олег на эту дорогу. Напомню вам, на Олимпийских играх 12 человек заявки. Вообще сложно на таких турнирах. ФИВБ боролась, пытались там договориться, чтобы 12 игроков, 14 игроков. Опять же, все вспоминали, как в прошлом году итальянцы, в прошлом Олимпиаде, прошу прощения, оказались в сложной ситуации, когда у них было 2 травмированных, по сути, некому было играть либера, а убрав принимающих, не хватало доигровщиков. Ну, в общем, не просто там было все у итальянцев. И даже в этом случае исключительно замену не разрешили им по ходу турнира. Просили тогда либера поменять. Так что жестко все. На Олимпиаде лишних не должно быть. Масштабнейшее соревнование. Естественно, каждый человек, находящийся там, просчитан. Поэтому
идти надо с теми, еще надо думать о том, чтобы кто-то там, не дай бог, травму не получил или не было рецидивов каких-то, оставаться в меньшинстве в такой ситуации не хотелось. Максим Михайлов, вот, наверное, тот игрок, который должен все время играть в составе, который играет. Вчера один из тех, он был, кто внес перелом в матч со сборной Японии. Ну, в общем-то, его выход и Юрия Бережкова в немалой степени такими были ключевыми в этом отношении. Надежно, конечно, сыграл Ильиных вполне. Абросимов неплохо смотрелся, но вот все-таки кто-то должен вести за собой. А вот у Мусерского подача накануне не летела абсолютно. Условно вот оставил он ее где-то в Калининграде. Начала прорезаться, начала прощупываться. Ну вот видите, приходится Владимиру Олеговна подходить, разъяснять. Пытаться вместе разобраться, что опять не получилось. А Паликов тоже вчера крайне неудачный матч сыграл. И сейчас, видите, ошибки. Не прошла атака, коснулся сетки. Ну, немножко не в своей тарелке Николай находится. Это тоже всем заметно. И тоже, конечно, вызывает озабоченность тренерского штаба. Видите, в этот момент прекрасно. 9-9. После этого кубинцы сравняли счет. Бесет. Ошибается. Бесет диагональной кубинской команды. Второй, ну, основного, знаете, Сепеда. Куинтана, доигровщик, это мы знаем. Фиель, 13 номер, центральный, прошу прощения, Куинтана. 13-й Фиель тоже центральный блокирующий. И еще один, вот 11 номер Фундора, это доигровщик. Но это для тех, кто не знает молодых кубинских игроков. Честно говоря, они мало известны, мало на экранах наших мелькали. И лишний раз напомнить о амплуа, в которых они выступают, надо, потому что это еще нелегко узнаваемые фигуры, в отличие от Леона, который сейчас подавал. Хорошо справляемся с подачей. Прекрасная атака Сергея Тетюхина. Ну вот заметно, что Эстрада, хоть и опытный связующий, немножко послабее, конечно, на блоке, нежели основной связующий кубинцев Диас. В принципе, Эстрада даже повыше, но вот Диас как-то поумелее действует в этом компоненте. Может быть, и прыжок у него получше, может быть, тактическая выучка посерьезней. Цепляет он почаще блоком атаки соперника. Ну, а это мощнейшая атака Бесета. Вот прошел мимо тройного нашего блока, причем прошел чисто до пола. Там такое ощущение, что кто-то не успел пристроиться. Давайте посмотрим. Да, Гранкин шел, но, видите, не донес руки до сетки. Да и немножко, наверное, слетел наш блок к антенне. Не по передаче прыгали. По линии там очень сложно было с этой передачей именно развернуть. Ошибка. Ели на передаче. Ну, тут вопросов быть не должно. Вопрос у кубинцев есть, конечно, но прихватил, что ж тут греха таить. Арбитр Чан Лю из Китая, помогает ему египтянин Шаабан. Ну, а Николай Паликов у нас на подаче. Ну, вот еще и подачи не хватало, чтобы у него разладилось. Вот единственный, наверное, элемент, который в последнее время у Николая получался должным образом, это подача. Как раз и сильные, и стабильные достаточно. Ошибки, конечно, бывали, но в целом на подачу его рассчитывали. Вот если так дело пойдет, конечно, у Абросимова шансы будут очень серьезные поехать на Олимпийские игры. Пока, в общем-то, в игре Паликова трудно за что-то тренером даже зацепиться. Не идет атака, как следствие. Как уверяет Владимир Олегович, что следствие в этом есть. И хуже игра на блоке сразу, на подаче. И вот игрок, который так блестяще выглядел весь прошлый сезон, пока вот не может найти свою игру. Эй, блестящая атака. Сложная. У кубинцев на групповом блоке атаковать не сладко, поверьте. И Хтею, у которого пока еще, наверное, даже не боевой прыжок, его и не может быть, тоже надо было применить все свое мастерство, но благо очень грамотно он сыграл. Но отметим передачу Тетюхину, которому пришлось второй пас выполнять после игры Гранкина в защите. И Тетюхин, как обычно, справился здорово. Немного болельщиков, ну, очень жарко в Сербии, честно говоря, в зале.
под крышей, где наша комментаторская позиция, вообще находиться тяжело. На площадке чуть полегче. Кубинцам, наверное, привычнее в такой атмосфере играть. Не случайно вчера в затяжном поединке в Сербии с сербами они вот как раз в концовке матча здорово смотрелись и посвежее, и поувереннее себе. Причем температура по нарастающей здесь идет. Когда мы прилетели сюда с командой, было что-то порядка 25 градусов. Сегодня уже до 30, к воскресенью до 39-40 даже обещают. Но в воскресенье наша сборная отправится домой. Но еще предстоит сыграть два матча. Невзирая вот на эти сложности, задачи, которые стоят перед командой, никто не отменял. Хорошо сейчас постраховали Михайлова. Он, в свою очередь, с одним блоком не справился. Кубинцы отвечают. Отвечают здорово. Леон, естественно, он будет здесь играть первую скрипку. Хотя, может быть, такого перекоса вот до концовок с этого мы не будем видеть, с его задействованием, заигрыванием. Потому что, повторюсь, у Орландо Самуэля тоже есть задача посмотреть, на что остальные способны. В финале мировой лиги трудности, конечно же, могут возникнуть. Ну вот, так, тройной блок для Максима Михайлова более простая и понятная вещь, чем одиночный в данном случае. Уверенно, надежно, до пола практически мяч это выигрывает. 15-15. Окей. Переценил свои силы Бесет, пытался перебросить совсем уж как-то простеньким образом наш блок, но и в итоге все-таки кубинцы умудрились и здесь постраховаться, и даже, ну скажем так, подобие атаки организовать, потому что то, что сейчас исполнил кубинский нападающий, это на удачу был удар. Удача кубинцам не улыбнулась. 16-15, сборная России впереди. Самое, блядь, неумное, что могло бы сделать, скидку сделать в этого, в либеро. Когда в это, ладонью, хочу верните мяч. И Владимир Олегович, как вы видите, очень активен по-прежнему. Много есть, что ему наладить, усилить. Вот остался практически еще через линию на высоте выход около месяца работы. Что-то можно сделать, или можно сделать немало. Руки туда в диагональ. Окей? Другое дело, что сам олимпийский турнир заставит тут без раскачки в бой идти, потому что первый соперник Германии, вот как раз тот, кого надо обыграть, чтобы чувствовать себя спокойно относительно выхода в четвертьфинал. Но я думаю, что здесь каких-то таких беспокойств сверх быть не должно. Все-таки наша команда не из тех, кто проигрывает по 3-4 матча там за короткий отрезок. Но все-таки хотелось бы выиграть и чувствовать себя поспокойнее. К тому же, что второй соперник сборной Бразилии. Так что, не дай бог, какая-то проблема с Германией, и сразу очень нервная обстановка может возникнуть. Олимпийские игры – непростой очень турнир. Тарас Кей подает у нас после тайм-аута. Он передал, и перед этим подавал, поменял место, откуда подавать. Из пятой зоны стал водить мяч в игру. Ну или он справился, Кей. Молодец, что отработал, но вот видно, боится, вот он такие по-настоящему широкие шаги делать, немножко страхуется наш волейболист, это и понятно. Та неприятная травма, которая у него была, она не позволяет, наверное, такие вещи пока делать, не задумываясь. Наши просят привести площадку в порядок, почему-то не реагирует судья. Ну вот, наконец-то он разрешает это сделать. Понятно, сейчас влажность и любое падение оставляет мокрые пятна на площадке. Есть лишний риск какой-то получить травмы, чего совсем-совсем бы не хотелось уже. Когда только-только начинаем и видеть основных игроков, выходящих на площадку. Блестящая атака Мусенского. Так, немножко заставила всех встрепенуться, и кубинцев, наверное, задело за живое, ну и наших тоже порадовало. Безусловно, в атаке Дмитрий смотрится классно, на блоке у него, в принципе, получается многое. Он явно лучший в нашей команде в этом отношении. Ну, 37 блоков, кстати, поставил Мусерский до сегодняшнего дня мировой лиги. Второй в нашей команде Апаликов с 15. Вот, можете понять, какая разница. С другой стороны, Мусерский отыграл все игры абсолютно.
Он ездил на первый выезд в Японию. Тогда ему нужна была игровая практика. И вот даже на его примере мы видим, что можно ее набрать. Можно добрать, да, там какие-то элементы еще можно подтягивать. Но в целом в хорошем таком игровом тонусе наш центральный находится. Будем надеяться, что и те, кто позже приступил к работе, пойдут по его пути. И к Олимпиаде в полном порядке будет и Тарас, и Сергей Тетюхин, и Александр Волков рассчитываем. Александр Будько. Список серьезный получается. Хорошо справился, насколько возможно это было, с сильной, хорошей подачей Хтей. Ну и Тетюхин молодец, на групповом блоке выигрывает. Ну вот видите, да, концовка первого сета. Видно даже, насколько тяжело уже сейчас нашим волейболистам. Действительно, очень душно. Старенький зал Воеводина, большой, вмещает 10 тысяч. Но вот системы кондиционирования... Если вот они сейчас работают на полную мощность, они явно не справляются. Леон, сейчас повнимательнее. Концовка 18-18. Ну да, тут советовать можно сколько угодно. Но сколько вот за эти последние уикенды мы видели вот таких моментов, когда в концовке Леон убойную просто подачу выполняет. Тут ну, поделать просто ничего нельзя. Владимир Олегнов в Калининграде, когда мы играли с кубинцами, в основном все свои тайм-ауты, а он так только в крайних случаях их использует, все свои тайм-ауты в основном под подачу вот этого волейболиста. Мачаев тоже не справляется, не теряет, правда, мяч, что сейчас. Атака игрока с задней линии сейчас показывает арбитр. Неужели Эстрада забыл, что он с задней линии выходящий? Странный момент, честно говоря. Петюхин, к сожалению, не подает. 20-19 в пользу сборной Кубы. И замена. Диас появляется вместо Куинтана. Это на подачу. Вот выходил Эстрада, связующий, вместо этого как раз парня в основном подавать. Ну и Диас. У него тоже планер, тоже неприятный. У Эстрады, по моим ощущениям, поопаснее он. Но Диас тоже проблемы доставить может. Спокойно Хтей справляется. Михайлов. Вот один блок. Очень много ошибок, когда Максим по линии бьет, по пятой зоне. Вот когда один блок делать, этого абсолютно ни к чему. И вот эти ошибки порой очень дорого нам стоят. Вот сейчас как раз один из таких эпизодов. Пожалуйста, видите, один блок, перевод по линии, мяч уходит в аут. Очень много таких эпизодов набирается за последние матчи. А вот атака вход на том же одном блоке. И видите, ни малейших проблем. Но теперь нам надо как-то спасать эту партию. Инициативу мы отдали. Надо сейчас сравнивать. Опять же Михайлов на сей раз проходит по линии. И это хорошо, потому что второй раз ошибиться при выполнении одного и того же удара, это было бы совсем уж неприятно. Но кубинцы берут тайм-аут при счете 21-21. Понятно, что Орландо Самуэлю не хотелось бы отдавать этот сет. Ему тоже важно, чтобы молодые игроки... Духом победителя, если хотите, так проникались, пропитывались потихонечку, потому что матч со сборной России, конечно же, это серьезная возможность самоутвердиться для многих игроков. А Паликов. Зоран Гаич попал в кадр. Прекрасно вы знаете. Работал много лет он и в России. Тренер олимпийских чемпионов из Сербии. Но он родом из Нового Сада, поэтому здесь он находится дома.
Естественно, не мог не прийти на волейбол. Но вот это эйс Николая Паликова крайне важный для нашей команды и для этого волейболиста. 22-21, выходим вперед. На подаче Николай неплохо, без первого темпа. Сейчас блоком можно сработать. И делает это Павел Круглов, который появился в рамках... Нет, не в рамках двойной замены даже. Я думаю, что это просто он Гранкина поменял на блок. Гранкин сейчас на передней линии. И вряд ли тут двойная замена будет, потому что Максим Михайлов на площадке. Ну а кубинцы берут тайм-аут. Для них ситуация усложнилась. Ну вот удачно оказался предыдущий перерыв для нас. Кубинцы ничего изменить не смогли, а Николай Паликов продолжает подавать достаточно опасно. Классная была подача у Апаликова, ну и кубинцы, посмотрите, как отработали на задней линии, подняли сложнейший мяч, и вот сейчас доводят все-таки дело до результативной атаки, не помог и Павел Круглов, выходящий на блок. Эстрада. Прекрасный первый темп. Каким-то чудом Гутьеррес оставляет мяч в игре. Еще раз Мусерский. Вновь в Гутьерреса попадает. Хотя, казалось бы, уж наверняка должен был забивать. Но тут защитник, конечно, кубинцев потрясающе сыграл. Леон на тройном блоке. Словно его там и нет. Прошивает. И сборной России придется, похоже, играть очень-очень непростую концовку. 23-23. Ну, простой концовки никто не ожидал. Но вот когда вроде бы вышли вперед, подумал, что полегче все может быть немножко. Нет. Это уже ошибка Эстрады. Ну вот волейболист. Есть вот такие игроки, которые выходят на замену и подают сложнее, нежели делают это в игре постоянно. Вот удивительная вещь. Но в волейболе не так уж и редко подобные приходится наблюдать. Остается мяч кубинцам. Был шанс, но 4 касания фиксирует арбитр. И придется поиграть все-таки затяжную концовку. 24-24. Михайлов. Было касание блока, арбитр на линии, кстати, это заметил, а не арбитр на вышке. Но кубинцы не спорят, наверное, достаточно очевидно. А мяч так на грани попал, не то в линию, не то чуть-чуть в аут. Там трудно было определить, и 25-24 наша команда выходит вперед. Удастся подстраховать Тетюхин. Там, по-моему, еще немножко антенну мяч здесь запил от блока. И, в общем-то, постраховка уже никакого значения не имела. Замена у кубинцев. Куинтана возвращается на переднюю линию. 25-25 счет. Неплохо бы нам, конечно, вот этим составом хотя бы одну партию выиграть. Я имею в виду, чтобы Тарас Кей поучаствовал. Вчера он как раз играл в тех партиях, в которых мы проиграли. Ну и вот с помощью Сергея Бережко отрезан сейчас как раз Мехтахтея на заднюю линию. В общем-то, понятно, с приемом у Юрия сейчас в полном порядке все. В принципе, у него сейчас со всеми элементами на ходу. Он
Так что вполне в концовке может решающую помощь оказать. Но, в общем, собственно, один прием он уже сделал. Очень качественный. Не успели опять без сета закрыть. На опережение сыграл Николай Паликов, не успевает. 26-26. Петюхин чуть-чуть мяч зацепил сетку, облегчил эту жизнь кубинцу в игре в защите. Леон, молодец, Бережко руки подставить успел. Атаки у нас, к сожалению, не будет, но надо попробовать отбиться на блоке. Далековато за антенну мяч заброшен. Ну как же так? Что такое с Николаем Паликовым? Ну не знаю. Так, в гневе он бьет по стойке волейбольной. Просто рухнул как подкошенный. Вместо того, чтобы спокойно сыграть мяч в защите. Вот, честно говоря, так для меня и непонятным осталось, почему у него это не получилось. Вот, сыграл в защите Тетюхин. А Михайлов даже, а Паликов даже в кадр не попал. Куда-то в сторону он отвалился. Хотя, повторюсь, мяч был к нему абсолютно ближе. И должен был, по идее, он его сыграть. Тетюхина закрывают, и партия заканчивается в пользу кубинцев. 28-26, 1-0, нам вновь придется отыгрываться. Одиноль сборной Кубы впереди после первой партии, но ситуация для нашей команды та же. И с теми же задачами необходимо все-таки один сет вот этим составом выиграть. Я думаю, что вряд ли больше намного сыграют, хотя если накануне Тетюхин сыграл два сета, ей там чуть-чуть побольше, может быть, сегодня добавит и им времени игрового Владимир Олегна. С другой стороны, понятно, что есть с кем усилиться и даже, наверное, вот в этом составе кубинцев гарантированно переиграть. С другой стороны, у кубинцев возможность есть усилить тот вариант состава, который находится на площадке. Так или иначе, много упущенных шансов было в предыдущей партии. Должны наши были доводить дело до победы, пока вот надежности не хватает во многих элементах. Посмотрим, как оно сейчас сложится. Пока замен никаких не вижу. Все те же 6 волейболистов, которые в первой партии принимали участие в сборной России, сейчас на площадке. Хтей будет подавать у нас первым. У кубинцев тоже, по-моему, тот же абсолютно состав, который был в первой партии. Ну, равная борьба. Кто-то в концовке был поудачливее, кто-то, трудно сказать, да, про кубинцев, что они были увереннее в своих силах. Скорее всего, наоборот. Количество ошибок у наших значительно больше в первой партии. 12 против 8 у соперника. Вот это, наверное, фактор тот, который решающим был. Потому что остальные цифры все примерно одинаковые. С ошибки начинаем и вторую партию. Первая же подача в аут. Видите, как хорошо атаки Мусерского кубинца изучили. Вроде бы уже наверняка блок-то Дмитрий обыгрывает постоянно. Но вот цепляют в защите. Здорово выбирают места. При том, что кубинцы не занимаются разбором компьютерным, по сути. Вот так вот. На пальцах, видимо, Орландо Самуэль сумел объяснить, что надо делать в таких ситуациях. 1-1. Хороший блок Сергея Тетюхина. Грамотно линию сейчас он закрывает бисету. И наша команда выходит вперед 2-1. Из тех, кто вот заявляется второй день на игру, вчера Константин Ушаков очень мало играл. Ну и, собственно, остальные все достаточное время провели на площадке. Естественно, Гранкина хочет сейчас побольше посмотреть Владимир Олегна, не имея полной уверенности, что все в полном порядке будет у Александра Будько. Всегда надо перестраховываться в таких ситуациях. Ну а сейчас не повезло. Такое ощущение, что за боковой линией ногой сыграл мяч Дмитрий Мусерский. Может быть, там небольшой аут и был бы при атаке у кубинца, но... Касание, и никаких вариантов не остается. 2-2. А Паликов хороший взлет за головой. И, ну, хорошее то, что результат получился. Опять же, Паликова поджидали кубинцы.
успевают. Не очень все быстро получается здесь. Успевают на блок. Но от блока мяч в данном случае летит в аут. Собственно, что нам и требовалось. Максим Михайлов. Повезло здесь кубинцам. Совсем уж неудачная передача. Тут получилось, что блок только в помощь был кубинскому нападающему. Потому что гнался буквально за этим мячом, улетающий в сторону аута. Широковато его эстрада пробросил. И единственный шанс был хоть как-то перебросить на сторону соперника. А вот встретившись с руками Сергея Гранкина, даже очко образовалось у кубинцев. Мяч попал от нашего связующего за. Куинтана тут же ошибается. Сергей Детюхин. Ну, сейчас надо прихватывать блоком. Да, безусловно. Но тот случай, когда уже рискнул атаковать Фундора, передача была удобной. Ну и наш блок его уже с запасом там по времени поджидал. Поэтому все главное было сделать грамотно, что и было исполнено. 5-3. Ну, пора уходить вперед. Все-таки, ну, посильнее мы этого состава кубинцев. Тут, насколько бы хорошо не были готовы соперники, надо это использовать. И в защите такие мячи поднимать тоже надо. Раз уж стороной блок есть, значит, возможность вот такого обманного удара, она сама по себе существует. Тем более, что, видите, в четвертый метр, ну, ничего такого сверхштатного в этом обманном ударе не было. Да, кубинцы с большой высоты это делают, по хорошей такой траектории. Поэтому надо чуть быстрее реагировать. Ну, профессия либера предполагает успевать таким мячам. Тарас Хей, классная атака по линии. За действием Тараса смотрим особо внимательно. Пока еще, конечно, хватает шероховатости, но они все абсолютно объяснимы. Сейчас Владимир Олег на Карасов Мачаев вот так эмоционально и выговаривает, наверное, все то, что перед этим я в качестве размышлений сказал. Очень-очень похоже на это. Не в темп Сергею Тетюхину этот пайп. Жалко, потому что Мусерский-то двух игроков за собой вытащил. Но Мусерский в итоге этот эпизод выигрывает блоком. Но было же поле. Арбитр на вышке утверждает, что он увидел аут. Лично он. По-моему, поле видели все здесь. Арбитр на линии тоже уверенно поле показал. Ну, посмотрите, мяч в линию попадает. Тут никаких вопросов не должно быть. 6-5. Так или иначе, надо продолжать играть. Как бы обидно не было, но вот там Мачаев молодец вышел. И после предыдущей неудачной игры в защите классный прием сделал. И отработали все-таки пайп исполнения Сергея Тетюхина наши. Сейчас в темп, хорошо. И Сергей приложился от души. 5. Гранкин. Короченная подача. Так подтащил к сетке Леона. Леон справился, ну а кубинцы успели даже первый темп атаковать. Вроде так выдернули игрока основного. Но настолько хороша была доводка, что спокойно эстрады передачи выполнены. Мусерский здесь в одиночку был бессилен справиться. 7-6. Фиель. Проходит Мусерский до пола. В принципе, он все время в атаке, по сути, делает все правильно. Кубинцы уж больно в защите хороши. Но вот сейчас на опережение. Но в данном случае не на одном блоке, а по сути на трех он атаковал. Другое дело, что блокирующие не успевали. Но понимание, что передача будет Мусерскому, все-таки у кубинцев было. И надо Сергею Гранкину это тоже учитывать обязательно. 8-6. Вели мы и в первой партии с таким счетом, первому техническому тайм-ауту. Но вот в итоге все длинную такую трудную концовку свалилось для нашей команды, где кубинцы оказались чуть-чуть понадежнее. 28-26. Напомню, первая партия завершилась. Когда эйс какой-то или там на одном блоке забиваем, все это понятно с ними. А вот нестандартная ситуация. Atiende, no le saca más el libro, saca la, al 8, al otro, a ver si falla. Y se cansa más, el libro no tiene que dar. No le saca más el libro. Второй день подряд, кстати, проигрываем первый сет. Достаточно неприятная такая закономерность. Завтра особо трудный матч с сербами. Но здесь, правда, не сказать, что какой-то огромный интерес к этому турниру. По той же самой причине, что
наверное, у многих из вас он чуть меньше. Сборная Сербии тоже не имеет шанса уже отобраться в финал мировой лиги. Поэтому и болельщиков чуть меньше. Кстати, сборная России когда-то играла здесь уже в Войводине. Один матч в Новом Саду. Новый Сад город, в Войводине земля. Это было в 98 году. Один поединок всего тоже в рамках мировой лиги. Тогда Войводина, Белград. Два матча было. И тогда этот зал был практически до отказа заполнен. Ну, 98 год, вы можете представить. Тогда, конечно, никто об этом еще не знал, но играли будущие финалисты Олимпийских игр, ближайших 2000 года. Я думаю, что ни мы, ни сербы не отказались бы, чтобы история повторилась, что в Новом Саду команды сыграли и потом в финале Олимпиады встретились. Правда, тогда 2 года до Олимпийских игр было. Сейчас порядка 1 месяца. Выиграла наша сборная, кстати, тогда 3-1, но, собственно, можно считать, что в этом городе мы пока не проигрываем. Кстати, многие матчи универсиады, которые проходили в Белграде, наша сборная ездила сюда играть. И помним мы, что тоже триумфально выступили там на универсиаде наши молодые волейболисты. Но универсиада все-таки немножко другой по статусу турнир. Но арена в целом пока благоприятствует нам. Вот видите, даже и подача полетела у Дмитрия Мусерского. 10-7. Чуть-чуть, ну какой-то доли секунды раньше поднимись, Максим Михайлов, он бы сейчас закрыл, а так получается, что по поднимающимся блоку попала эта атака, отсюда такой отскок далекий. Вау, то есть сделать здесь ничего нельзя было, конечно. 10-8. Леон. Да, представляю, насколько сейчас тяжело игрокам физически, потому что мне, честно говоря, тоже давненько не приводилось работать в таких залах, в такой ужасной духоте. Разве что вот споды в Катовицах приходят на ум, тоже огромная арена, но тоже достаточно старая в Польше. И сборная Польши там все реже и реже играет в последнее время. Много современных арен в этой стране появилось. А у нас полетела подача. Вот на фоне этой усталости, жары. И после Мусерского Максим Михайлов фейсом отмечается. 12-8, заставляя Орландо Самуэля взять тайм-аут. Причем там Леон потерпевшей стороной оказался. Ну, на Леона вообще большая нагрузка в приеме падает. Так, был не самый он, может быть, стабильный был игрок. Но вот с каждым годом прибавляет в этом элементе. И сейчас я не назвал бы его таким уязвимым звеном в линии приема сборной Кубы. И он принимает очень-очень прилично. Другое дело, что при том количестве подач, которые, мол, загружают, а тут преследуется еще и вторая цель, как можно больше действительно нагрузить, утомить нападающего. Леон, ну, конечно, время от времени ошибается, но в целом справляется неплохо. Ну, а тут подача Михайла из разряда тех, что игрока и трудно обвинить в ошибке, настолько она была хороша. Если хотите адекватный ответ Леону на его эйс первой партии. На планер приходит Максим после тайм-аута, не желая с подачей расставаться. Гранкин, переходящий мяч, но долго-долго затягивался Сергей. Он не нападающий, да, мяч вроде бы удобный, но там в трусцой буквально прибежал Куинтана и спокойно успел заблокировать нашего связующего. Надо было, наверное, разыграть, попробовать мяч. Понятно, что самому пасовать, может быть, сразу на удар не получилось бы. Другое дело, есть Тетюхин, можно спокойно было быстро мяч в край доставить через него. Михайлов, вот это все хорошо. Здесь Гранкин на высоте, классная передача. И на большой скорости Максим Михайлов успевает на опережение блока сыграть. 13-9, Сергей Тетюхин. Кубинцы тоже не смутись силовой подачей и принимают уверенно, и также быстро разыгрывают, вот видите, в край передачи, и быстро, по сути, зона, ну такая, знаете, подвешенная немножко мяч для зоны, центральный имел возможность принимать решение, но благо прыжка хватает, спокойно переиграл нашего блокирующего. Быстрый ответ Николая Паликова, вот это здорово.
Николай очень важно вспомнить то, что у него получалось в прошлом сезоне. Он едва ли не одним из самых надежных в нашей команде смотрелся. Да, может быть, его в атаке меньше всех остальных задействует. Но в целом он справлялся классно. Ну и после хорошей атаки у него подача, как правило, получается. И действительно, на заглядение. Ну, где наш блок? Молодец, Тетюхин. Сложный мяч выбил вверх. Тей. Аккуратненько так скатил. Ну, тоже рассчитывал, что там может быть от рук отыграться. Но главное было не ошибиться. Это он сделал. И вот сейчас другая ситуация для атаки. Поудобней. Все равно Тетюхин ускоряет передачу, понимая, что по высоте Тарас сейчас, наверное, еще не может выигрывать. И блок Кубинский, он вообще не самый удобный для этого. Но на скорости все сделано классно. 15-10. Апаликов. Вновь хороша подача. Правда, сейчас и доводка есть. Пайп играют кубинцы. И вот, видите, у эстрады с Леоном не так все здорово наиграно, как у Диаса. Вот этот элемент у кубинцев работает бесперебойно. Как правило, Леон такие мячи выигрывает. Даже если двое с ним поднимаются, не всегда удается мяч зацепить. 16-10. Хороший перевес. Но вот сейчас более-менее все у нас получается. Летит подача. Когда у сборной России подачи есть, и другие элементы тоже значительно более на высоком уровне исполняются. Ну, наверное, подача в мировом волейболе сегодня вообще такой основополагающий фактор для того, чтобы менять ситуацию на площадке. Другое дело, что вот она не получается, надо искать какие-то другие варианты тоже. Активно, так знаете, беседуют. Сейчас наши разбились на пары, каждый кому-то что-то объясняет. Хтей с Мусерским, Владимир Олегович с Апаликовым, естественно. Тоже, наверное, почувствовал, что вот что-то наконец-то получается. Как долго это он ждал, беседовал с игроком. Ну вот, Николай Апаликов сейчас хороший отрезок очень выдал. Не боится рисковать и после перерыва. Кубинцы, правда, с подачей справляются. И от блока выигрывает 14 номер Бесет. 16-11. Фундора. Хороший прием Хтея. Один на одном блоке он остался. Ну вот идеальный, по сути, прием. Хороший, может быть, это даже мягко сказано. И по высоте, и по скорости классный прием. Позволяет, видите, спокойно ему переместиться вот именно в удобную зону. И все прекрасно видит Сергей Гранкин. Так, мяч именно туда доставляет. 17-11. Ответ Кубинцев цепляет вроде бы своего визави Дмитрий Мусерский, но резко меняет мяч от его рук, и Алексей Мачаев не успевает среагировать. 17-12. Побольше бы хотелось, чтобы, конечно, в третьей зоне закрывали, но в третьей зоне один в один вообще это крайне редкое явление, когда удается соперника закрыть. И всегда это очень эффектно и солидно выглядит. Но сейчас Мусерский был ближе, не получился. Хтей побольше начинает его загружать Гранкин. Сейчас пасовать Тетюхину. Михайлов. Но тройной блок в четвертой зоне для него непреодолимой преградой оказался. 17-13. Фиель. На его подаче кубинцы брейковое очко одно выиграли за счет блока. Прием есть, надо забивать только. Опять, видите, чуть-чуть широковато передача. Приходится Хтею страховаться в этой атаке. Слажи кубинцы получают шанс мяч поднять. Ну, а здесь шансов им уже Дмитрий Мусерский ни малейших не оставил. Классный первый темп и по высоте, и по скорости. И вот поглубже, под заднюю линию, вот эти удары понадежнее даже, пожалуй, выглядят. Желание под себя забить, оно похвально. И если уж Мусерского получается, действительно, это здорово. Ничего там не поделаешь.
Ну вот несколько раз видели, что кубинцы где-то в четвертом метре эти мячи подкарауливают и поднимают каким-то, может быть, даже и загадочным иногда образом, но все-таки 18-14. Немножко подключение задней линии. 11 номер – это Фундора. Тёхин очень надежен сегодня в приеме. Ну, по сути, делает все как надо. Атака этого у него только не получается. Но и передача была, честно говоря, наведена на сетку. Здесь уж Сергей пытался по рукам сыграть. Не знаю, может быть, Кубинец его перехитрил. Там похотелось бы повтор увидеть. Или просто удар не получился. Но разрыв сокращается потихоньку. 18-15. И тут же подача на вылет от Бисета, и ошибается Алексей Мачаев. 18-16. Только-только вроде бы у нас был перевес в 6 очков и возможность спокойно взирать на перспективы концовки этой партии. И вот сейчас счет уже достаточно скользкий. Владимир Олег наберет тайм-аут. Еще раз смотрим, ну не знаю. В общем-то, такой убойной силы эта подача не выглядела. Но по направлению очень хороша была. Ничего не возразишь. Только у вас разница в полметра. Чуть ближе к игроку, которому с левой руки было этот мяч принимать. В данном случае Обмочаеву максимально неудобно. И при этом все-таки в разрез между игроками. Вновь после тайм-аута Бисет, естественно, подает. Ну, посмотрим, будет ли молодой игрок рисковать после перерыва. Ну, похоже, на силовую нацелился. Нет, все-таки это накатом подача упрощенная. Элементарно с ней Тетюхин справляется и классно обыгрывает блок. Так, подкрутил немножко еще от себя. И Леон чуть в стороне остался в защите. Но блокирующие здесь уже слетели к антенне. Все очень грамотно исполнено. 19-16. Мусерский на подаче. Нет, опять за. Мне кажется, вот-вот нащупает он свою подачу, но все время она не ускользает непостижимым образом. 19-17. Леон сейчас повнимательней. Тот самый момент, когда особо опасен лидер кубинцев на подаче. Вверх выбывает Обмочаев. Это максимум, что можно было сделать. Тетюхин на групповом блоке. На тройном не лучший, конечно, вариант. Без скорости, без темпа. Но и не прав был Сергей Гранкин. Наверное, надо было Михайлову попробовать сейчас сняться. Настолько все очевидно было. Понятно, что перед собой такие мячи пасовать удобней. Но не получилось в итоге. 19-18. И вновь Леон. Укороченная подача. Нет, не успевает Тарастей. Судя по звуку, там, конечно, касание площадки было чуть раньше. Понятно, обидно. Но Леон блестящей подачи исполняет. 19-19. И... где было то преимущество в 6 очков только что после второго технического перерыва? По сути, собственных ошибок, ну вот разве что в приеме, да. А так, там не добили немножко до пола, там не доиграли, а кубинцы раз за разом свои шансы реализуют. Опять Тетюхин делает классный прием этой сложной подачи. Михайлов, по-моему, последнее касание, да, последнее касание у кубинцев остается. Ну, сейчас тоже точно было касание полу. Максим Михайлов. Ну, чуть раньше бы это сделать. Все-таки Михайлову на групповом блоке легче, чем Тетюхин. Это совершенно очевидно сегодня. И надо это учитывать обязательно. Сергей масса других достоинств. Его умело использовать. Большую пользу он команде принести может. Один прием чего стоит. Михайлов, важно, чтобы подача была.
И подача хороша. Но вот сейчас на блоке не будет ничего серьезного. Наверное, и прыгать-то не надо было. Вдвоем поднимались. Это уважение к кубинцам, к их невероятным физическим данным. Но в данном случае мы тоже можем кое-что продемонстрировать. Пушечный удар Максима Михайлова. И вновь 2 очка преимущества сборной России. Получается, второй тайм-аут берет Орландо Самуэль. При этом... ...21-19. Ну вот все очень похоже. Теперь на концовку предыдущего сета важно не упустить вот это небольшое преимущество, которое было. С другой стороны, мы помним, как легко 6 очков преимущества испарилось. Ну понятно, в другой ситуации турнирной, может быть, по-другому эти концовки бы складывались, потому что у кубинцев малоопытные игроки. Но сейчас на них абсолютно ничего не давит. Полностью раскрепощены. Даже я думаю, что на наших давление больше. Хотя нет вроде бы турнирных задач, но есть необходимость вот поиска своей игры именно к Олимпиаде. Для кубинцев столь далекие цели сейчас не стоят. Играя здесь и сейчас свое удовольствие, добиваясь результата. И вновь хорошая подача Михайлова. Вот сейчас блок понадобится. И касание сетки как ни кстати. Правда, вряд ли Максим Михайлов бы этот мяч в защите сумел поднять. От блокирующих он далеко туда, к рекламным щитам, отскочил. Замена Диас вновь на подачу, как в концовке предыдущего сета. И вновь Тетюхин молодцом. Михайлов. Касание защитника на задней линии. И вновь такое ощущение, что мяч летел в аут. Михайлов переводил по линии. Вот опять вот этот момент, который настораживает, честно говоря. Ну, тут нельзя, наверное, сказать, что был один блок, но и двойной тоже полноценный он из себя не являл. Это явно замена вновь Круглов вместо Гранкина на блок. Двойную замену Владимир Олегов на сегодня не делает. И Сергей Тетюхин на подаче. 22-20. Ошибается. Нет пока еще тоже стабильности в подаче у Сергея. Хотя вроде бы отжимался, не рисковал. Но вот так бывает. Возвращается Гранкин. 22-21. Очень много вот собственных ошибок. Сократив их количество, конечно, сборная России массу вестов сразу получит. Аут. Сейчас повезло. Тарас Кей. На одном блоке все-таки очко сборной России приносит. И Николай Паликов отправляется подавать. 23-21, как и в концовке предыдущего сета, который мы в итоге отдали. Аут. Очень много потерь в конце. Получается, по сути, что мы все время боремся за съем и отдаем сопернику мяч без борьбы. В конце партии это, конечно, разная, согласитесь, нагрузка психологическая. При том, что вроде бы кубинцам нужен брейк обязательно. Но они, по крайней мере, за него борются регулярно. Ну, а мы свои шансы даже не используем. Ошибается и Фундора. Все-таки неопытность сказывается. В какие-то моменты его на задней линии сейчас меняет Лейва. Второй либеро кубинской команды Фундори, 18 лет, столько, сколько Куинтани, столько, сколько Бесетто. Бесетто даже еще по факту их не исполнилось. Он тоже 94-го года рождения, ему 17 лет. Максимально аккуратен был. И понимал, что у него никаких шансов блок обыграть. Пытался отыграться, надеялся на помощь партнеров. Отскок получился такой, что не помогли, не подстраховали. 24-23. Второй сетбол у нас теперь при приеме чужой подачи. И права на ошибку уже нет. Ну вот, надо. Михайлов напрашивал с передачи Мусерского. Почему-то не решился Гранкин в концовке это сделать. А Максим Михайлов в четвертой зоне чуть менее надежен сегодня, чем на своем привычном месте. И мы помним, что эта расстановка временами вызывает у нас вопросы. Сейчас вроде бы есть Хтей в второй зоне, но он не в том состоянии, чтобы максимально эффективно действовать. Поэтому вновь на баланс эта партия переходит. 24-24.
такой прием, что уже и первому темпу не отдаст. Так что жалко предыдущий шанс, конечно. Теперь придется бороться за победу. Но Максим Михайлов молодец. Не самой простой передачи. Очень удачно попадает по рукам блокирующим. 25-24. Тараскей. И вновь там Юрий Бережков, судя по всему, готов его будет после подачи заменить. Но, может быть, не понадобится. Может, выиграем мы это очко решающее в этой партии. Подтаскивать, подтаскивать. Ну и рискнуть в атаке Михайлов. Нет, не получится. Не получится. Блоком Леона закрывает. Но Леон тоже под мяч вышел сейчас не здорово. Поднимает руку. Действительно, это его ошибка. Ну, а мы выигрываем второй сет. 26-24 и 1-1. Один-один в матче Россия-Куба. Статистика какая-то своеобразная. Количество подач, я так понимаю, вообще выполненных в этой партии. Хотя не похожие на это. Ну, так или иначе, наверное, суммарные цифры на блоки более-менее похожи на правду. Эйсов, правда, мы видели с той и с другой стороны. Так что статистика достаточно такая условная. Я думаю, что вряд ли на нее сильно ориентироваться надо. Ну, выиграли мы этим составом наконец-то свой первый сет. Это хорошо. Это состав в какой-то степени приближенный к боевому. Понятно, что и игроки есть, которые сюда добавятся. И состояние этих игроков, наверное, должно быть немножко все-таки другое. В сборной Кубы тоже изменений я не вижу. Владимир Олегов всех абсолютно игроков оставляет. Так что сегодня и Тетюхин, и Ктей получат больше игровой практики. Правда, вот тяжело. Повторюсь, условия для игры тяжелейшие. И к тому же еще матч стремится к рекордным показателям по продолжительности. Потому что на два сета ушло больше часа. Команды в оба раза не уложились в 25-очковый формат. Потому что вот трудно и без того. Тут в мелочах так хороший темп поддерживать матча. Может, в волейболе это не так актуально, но все-таки немножко по-другому могло бы все происходить. Побыстрее, поинтенсивнее. Но берегут, экономят силы волейболисты, это понятно. Даже вот иногда эмоций мы каких-то лишних не видим при праздновании очка, потому что тут надо побережнее относиться к силам, к любым. Мусерский. Ну, вот эта подача хороша. Блок, конечно, наш почаще мог бы себя проявлять. Об этом нельзя не говорить. Потому что, ну, подачи часто мы достигаем того, что на высокие мячи кубинцев вытаскиваем. Вот как сейчас. Тут масса времени, и между игроков все-таки мяч попадает. Конечно, ошибка блока. Хорошая доводка Ахтея. Первый темп от Паликова прекрасный, без каких-либо вариантов. Но вот Николай Паликов все надежнее и надежнее действует в атаке. Можно, пожалуй, что и побольше его заигрывать Сергею Гранкину. С другой стороны, это такой, знаете, совет постороннего, связующему виднее. Находясь в гуще событий, кто как чего заслуживает, какого количества передач и в какие моменты. Михайлов ошибается. 2-2. Неплохо бы нам, конечно, оторваться. Все, сейчас повести. Леон. Он всего на год старше той основной группы 94-го года, которая вместе с опытной эстрадой, связующим, находится на площадке. Но у него уже колоссальный опыт в национальной команде. Он с 14 лет. В общем-то, для игровых видов спорта достаточно уникальное событие. Что касается мужских команд, тут в женских часто совсем молоденькие девочки появляются. До 16-летнего возраста, еще несовершеннолетний, можно сказать. Вот у мужчин все-таки это из ряда вон выходящее событие. Касание сетки сейчас было у кубинцев. Повезло нам, потому что Тараски отправляет мяч в аут. Все-таки тяжеловат. Тяжеловато он пока выглядит. И хочется, конечно. Но и прыжок не тот. И, может быть, свежести принятия решений иногда не хватает. Но старается, видите. Улыбка на лице, идет правильным путем. С каждым матчем будет прибавлять, тут сомнений нет никаких.
Фундора очень аккуратненько вновь где-то просачивается мимо нашего блока. Вот это, честно говоря, уже начинает немножко так заставлять задумываться. Слишком много высоких мячей наш блок вообще не цепляет. Петюхин, Пайп, очень здорово все исполнено. Ну, вот это как раз заслуга предыдущей успешной атаки Николая Апаликова. Первым темпом на него поднимается, и Сергей Тетюхин значительно проще такие ситуации решать. 5-3. Апаликов. Сейчас сработал наш блок, ну вот, вот оно. Вовремя вышли, вовремя поднялись, и тут уже страховать по большому счету нечего. Там, по-моему, Тарас Кей успел пристроиться. Да, блестяще. Вот эта помощь в центре сетки. Не всегда, конечно, она бывает. Не всегда успеть, но в данном случае Кей просчитал ситуацию просто великолепно. Оказался там, где нужно. А Паликов? А это фейль. Игра на опережение Дмитрия Мусерского. Игра состоявшаяся. 6-4. Эстрада. Так пока сегодня незаметно, да, чтобы подача какие-то особые проблемы нашей команде доставляет. Зато сколько он их доставлял, выходя на замену. И сейчас Тетюхин идеально справляется. Гранкин решил обманный удар выполнить. Наверное, не стоило этого делать. Не очень получилось у него сложно и неожиданно. И кубинцы спокойно этим воспользуются. 6-5. Заднюю линию. Молодец, Максим. 7-5. Ну, вот все время ведем счет, и нет такой уверенности, что этот разрыв спокойно наши могут оберегать. Вот пока не хватает какой-то стабильности. Надо постараться. Постараться все-таки заставить соперника ошибаться начать. Своих ошибок у нас и без того хватает. Вот сейчас блок вновь работает. Дмитрий Мусерский, Максим Михайлов. Ну и по итогам двух цифр, немножко, двух сетов немножко цифр. Сейчас принесли мне протокол промежуточный. Максим Михайлов 15 очков за две партии. Вот такой солидный результат. Так что он идет по графику. Может быть и 30 очков преодолеть, рабочий, если так дело дальше пойдет. Момент. Как стоять? Как бы это? Сейчас знак. Надо стать так. Руки опустим. Остальные отстают от него значительно, если брать результативность. Тетюхин следующий с 7 очками. У Тетюхина больше всего блоков. 2 из 4 наших командных. Это тоже такой симптом. Центральные пока наши не очень результативны в этом отношении. Ну и количество ошибок чуть сократилось. Поменьше мы ошибались во второй партии, это сразу сказалось. По большому счету, все-таки в концовке мы оказались сильнее. У кубинцев по 11 очков было у Леона и Бесета, но пока видно, что Леона задействует не больше. Других количество атак у него далеко не первое в своей команде. Четыре очка за два сета выигранных на блоке маловато, конечно. Но, с другой стороны, вот в начале третьей партии два раза уже успели в этом элементе отличиться. Надо развивать успех. Гранкин на подаче. Хороший первый темп. Вбрасывает Фиелю, и в складке 2-13 номеров у сетки кубинец оказывается более проворным. Видите, успел сыграть перевод таким кистевым ударом. Мусерский здесь не угадал, что руки надо сбросить. Ну, определенную зону закрывал, тоже правильно делал. Блокирующих не дезориентировал в данном случае. Другой вопрос защитников, конечно же. Другой вопрос, что помочь защитники при такой атаке вряд ли бы и смогли. Михайлов. Здорово. Сейчас все сделал Тарас Кей. Вот что значит опыт. В такие моменты он хорош, конечно. И независимо от своего игрового тонуса и состояние, вот видите, очень умный волейболист, классно сейчас сыграл, сыграл просто убрав руки, а кубинцу единственный шанс от этих рук и выигрывать-то было.
успевает ногой чудом постраховать кубинский волейболист своего партнера. Ну, а здесь уже страховать нечего. Прекрасный первый темп в контратаке. Вот то, что нужно. Не так часто нам удается именно в контратаке центральных заигрывать. Хотя делать это необходимо, когда мяч просто достается нашей команде. Иногда частоты первого касания не хватает. Иногда связующий, может быть, другое решение принимает. Но ведь работает эффективно. Надо стараться использовать. Ошибается в тень на подаче. 10-7. Вновь у нас такое преимущество небольшое есть. Ну и коль есть игра на блоке, оно, в общем-то, сейчас и выражено вот в этом трехочковом перевесе. Меса появляется вместо Куинтаны. Ну вот и первая замена в кубинской команде. Куинтана игрок основного состава, но Меса куда более основной, что ли, так можно сказать. Он не первый сезон уже в качестве основного блокирующего сборной Кубы прибывает, в отличие от того же Куинтаны, который вот только в этой мировой лиге по-настоящему стал в состав. Тюхин. Высоко мяч взимает. Куда? Аут. Все-таки аут. Да, видели все наши волейболисты. Было время и посмотреть, и подсказать. Ну и аут такой в итоге солидный получился. 11-7. И Тюхин очередное очко свое зарабатывает. Мусорский. Хорошая атака по задней линии без сета. Вот так получается, что в этом составе игроков первая Олимпиада будет у центральных, у наших, если они поедут туда оба, у Мусерского и Апаликова. Остальные все-таки опыт уже какой-то имеют. Ну и Либер, конечно, Алексей Мачаев тоже не так давно в национальной команде. Ну туда еще надо доехать. Михайлов. Прекрасная атака. На групповом блоке. Четко под задней линией выигрывает. 12-8. Ну и главное, что с подачами справляемся. Вот таких выпадений в приеме, ну можно вот один всего лишь эпизод вспомнить, да, когда Леон подавал и были сложности, там, два или три очка подряд. Не то, что выиграли кубинцы, там и выбивал с приема, и другие какие-то неприятности были. Но в целом так выдерживаем хорошо. Кубинцы, кстати, тоже. Не сказать, что совсем уж безобидно выглядит наша подача, а всего-навсего вот за две партии с лишним три эйса у сборной России. Кубинцы тоже доводят сложные мячи. Сейчас хороший эпизод мы выигрываем. Подключение задней линии. Классно все. Окей. Так, все увереннее и увереннее себя чувствует. При том, что мы видим, да, в прыжке он еще может добавить и добавить существенно. Михайлов. Ну вот он эйс. И в этой партии Максим Михайлов без малейшего касания от защитника колачивает мяч в площадку. 14-8. Так, пошире стал Леон. Занял побольше места на площадке, потому что его партнер явно обескуражен. Фундор, 11 номер. И вновь в него летит подача, и вновь он не справляется. Максим Михайлов его и в шестой зоне нашел. 15-8. Ну вот это уже хорошо. Серии подач мы давненько не видели. Столь мощной. Пусть эта серия пока не очень продолжительная, но она, по крайней мере, завязалась. Ошибается в итоге Максим Михайлов, но перевес солидно он для нашей команды обеспечил. Сейчас надо к нему отнестись побережнее. Помним о том, как было в предыдущей партии. Вот те же самые 6 очков. 16-10 было ко второму техническому перерыву. Не исключено, что такой счет будет и сейчас. У Леона свои на это планы, правда, мощнейшая подача, но Ихтей блестяще справляется, а тут касание сетки, ну, по-моему, там и касание блока было, так что так или иначе это очко бы сборной России досталось. Хороший момент, вы знаете, на подаче Леона так уверенно сняться дорогого стоит, потому что подача получилась весьма-весьма хорошая. Не получилось зато 16-10, еще больше перевес нашей команды, 16-9, и сейчас он абсолютно по игре, и на подаче, и на блоке мы начинаем превосходить кубинцев, при том, что в атаке действуем тоже достаточно уверенно.
за счет времени прыжка рано прыгает. Прыгаете ему, либо другому одинаково, чуть с паузы. Абсолютно спокойная атмосфера в нашей команде. Я, правда, не имею технической возможности слышать, о чем говорит Владимир Олегна. Но по его лицу видно, что немножко напряжение спало, вот особенно которое по вчерашней игре возникло, перед сегодняшним матчем. И те, за кого он все-таки опасался, вот, у кого затянулся этот процесс, что ли, набор, ну, даже не формы, а, может быть, прихода к какой-то уверенности. Вот сегодня все выглядят уже получше, получше. Даже по ходу этой игры сумели добавить. Это все-таки приятно, когда команда реагирует вот на ту работу, которая делается. Отправился Владимир Олег на зону разминки пообщаться с Павлом Кругловым. И тот снимает курточку. То ли двойную замену мы сейчас увидим, то ли Максима Михайлова отправит в резерв Владимир Олег на... Естественно, не по игровым, ни по каким причинам. Может быть, просто плановую замену готовит. Но увидим. Так или иначе, еще двойная замена вполне может состояться. Может быть, в следующей партии Круглов появится. Заранее так попросил готовиться. Всяко тут может быть. Блок. Ну вот и Апаликов начинает цеплять блоком. Не будет атаки. Коварно, правда, получилось, поэтому в организации контратаки у нас трудности будут. Тарас Кей на тройном блоке и не находит выигрышного варианта. Тут, наверное, не прав Николай Паликов. Да, часто центральные пасуют, делают вторую передачу. В таких случаях, когда связующий играет первый касание. Но есть Сергей Тетюхин, и Сергей Тетюхин пошел пасовать этот мяч. Он, который в начале своей карьеры даже как связующий рассматривался и в экспериментальном состав сборной даже как связующий привлекался. Там на сборы, правда, Игорь не играл. Он, конечно, с передачей может справиться здорово. Сейчас играет в защите прекрасно. Михайлов. Не знаю, не факт, что мяч летел в площадку. До конца этого не понял ли он. Вот где-то вот как раз с линии он смахнул этот мяч. Не возьмусь сказать, на какой высоте. Да, пожалуй, что аут был. Вот вроде пытался Михайлов не проиграть. Но получилось здорово. 17-10. Апаликов. Хороша подача. Так, Фундору все больше и больше наши загружают. И потихоньку вот так начинает прогибаться. Одна ошибка, вторая. Здесь не доиграл. Но здесь Мусорский молодец. На групповом блоке кистью сыграл, грамотно обыграл. Ну, может быть, чуть-чуть кубинцы не успевали. Но все-таки два блокирующих, не мог их Мусерский не видеть. И так уверенно разобрался. 18-10. Это первый перерыв Орландо Самуэля. Владимир Олегин, естественно, в такой ситуации может спокойно обходиться и без тайм-аутов. Сборная России должна, обязана просто доводить эту партию до победы. Хорошая подача. После тайм-аута это дорогого стоит. И чуть-чуть бы поудачливее еще на блоке быть. Вот тройной блок вроде все успеваем вовремя делать. Но где-то вот эти атаки проходят все-таки у кубинцев. Сейчас, правда, от блока в аут. Побольше. Побольше организованным блоком должны наши зарабатывать очков. Это очевидно. Но надо отдать должное сопернику. Классно. И вот это тот самый... Блок один в один в центре сетки, который такая редкость в современном волейболе, который так эффектно смотрится. И Дмитрий Мусерский нам сейчас его во всей красе продемонстрировал, причем закрыл Мессу. Нет, это Фиель все-таки был, 13 номер. Ну и замена. Дмитрий Мусерский на площадке. Дмитрий Ильиных появился.
на блок, я так понимаю, вышел помочь. Не очень мне понятна замена. Сейчас три доигровщика у нас получается. А, или иных на позиции диагонального. Вот как в данный момент. Что это будет? Может быть, действительно с какой-то задачей на блок вышел конкретный. Блок-то у нас сейчас работает здорово. Жалко. Жалко, по линии удар этот прошел, но преимущество солидное. В принципе, можно быстро об этом ударе кубинцу забыть. Благо, удар, кстати, хороший был. Ничего не скажешь. Да, остается, вы знаете, Ильиных на позиции диагонального нападающего. Вот тут еще Владимир Олегна какие-то эксперименты проводит. Ну, взаимозаменяемость необходима. Может по-разному сложиться. У нас теоретически Максим Михайлов может стать в прием, если понадобится. Но вот, как видим, и Дмитрий Мусевский, если нужно в диагонали. Дмитрий Ильиных, прошу прощения, если нужно в диагонали, сыграет. Хотя вот я видел, как вроде бы Олег на Круглову попросил готовиться, и тот курточку снял. Ну вот интересное решение. Какие-то, наверное, свежие мысли и идеи нашему наставнику в голову пришли сейчас. Ну, а кубинцы тем временем разрыв в счете, ну, немножко совсем сокращают, не настолько, чтобы это какую-то тревогу сейчас вызывало. 21-13. Ильиных в Белгороде, вы знаете, немало играл в диагонали. Тоже там был, может быть, перебор доигровщиком, проблемы с диагонали. Но тоже это сборной не касается. Я к тому, что приходилось его переставлять в эту позицию. Может быть, более вынужденно, чем сейчас. Ну, обновить навыки никогда не помешает. Касание сетки кубинцев. И Дмитрий Мусевский отправится подавать при счете 22-13 при большом перевесе сборной России. Тайм-аут, кстати, еще один у кубинского наставника. Но при этом счете большого смысла брать его тоже, наверное, уже нет. Неплохо сейчас Апаликов поднимался, раздосадовал, но перевисел его буквально сейчас Месса. Месса вообще очень высоко мячи хватает, прыгучий парень. При том, что рост достаточно приличный. 2-4 для центрального, подвижного, легкого. Ну, прекрасные данные. Есть, конечно, и в игроки этого была повыше, и в сборной России немало. Но кубинцы добирают прыгучести, вы знаете, прекрасно там. Несколько сантиметров, это явно у них есть форы, что касается вот этого умения. Тетехина сейчас закрывают, 22-15. Немножко наши, может быть, успокоились в концовке. С другой стороны, блок тройной кубинцев сейчас был хорош. Ну, судя по всему, так настает время для замены в нашей команде. И я не удивлюсь, если в четвертой партии мы увидим большее количество новых игроков. 23-15 после ошибки кубинцев на подаче Дмитрий Ильиных. Накануне у него был эйс в матче с японцами. Постепенно он свою подачу нащупает. Ну а с атакой у него без того полный порядок был. Вот с подачей еще предстоит поработать. Это очевидно. Павел Круглов по-прежнему готов выйти, но выйдет он вместо Сергея Гранкина вновь на блок. Может быть, если сейчас съем наши сделают и определенные расстановки. То есть это не будет такая большая практика для Круглова. Опять же, замена на блок. Леон тем временем сокращает разрыв в счете. Не уверен я, что мяч летел в площадку, но с такой скоростью летел, что наверное, подумать об этом, наверное, трудно. Там на площадке находясь. И Сергей Тетюхин не успел даже руки толком поставить. Так, на рефлексе дернулся. 23-17. Сильно, конечно, подает Леон. Но в данном случае едва не партнера чуть не зашиб. 24-17 и... Сетбол сборной России. Вот сейчас Круглов появляется вместо Гранкина. Но это вряд ли та замена, которую так летом так заранее не поленился сходить в зону разминки и предупредил игрока. Видимо, все-таки что-то поменял на ходу. Решил посмотреть Ильиных в диагонали. Ну, пока Ильиных-то и атак даже не доставалось. Хорошо, Тетюхин цепляет мяч. Можно играть.
Браво, хорошо отработали на задней линии при этом счете, когда вроде бы все решено, и даже выигрываем это очко после блестящего блока Николая Паликова, заставляя всех зрителей в зале абсолютно аплодировать. 25-17, сборная России берет третий сет. 2-1. Один сборной России впереди, и хорошее у нас, конечно, настроение, потому что удался нам третий сет. Я смотрю, Владимир Лекин опять никаких серьезных замен, видимо, не планирует. Основные игроки, кто сегодня в составе стоял, в кружочке собрались, беседуют, готовятся к тому, чтобы начать четвертую партию. Так что сил еще пока хватает. Это тоже радует. Значит, и физически наша команда добавляет вот в этих непростых достаточно условиях. Кубинцы уже обеспечили, напомню, первое место в группе. Для этого надо было, в принципе, набрать 2 очка в любом матче. Но в случае с сербами, они играли первыми, надо бы достаточно 1 очко было набрать. Кубинцы эту задачу выполнили с лихвой. В итоге одержали победу. Посмотрим, как сейчас. Вот таких каких-то глобальных замен Орландо Сэмюэль вроде бы не делает. Входит в состав, по сути, стартовый состав, потому что вновь, по-моему, Куинтана на площадке вместо Мессы. Так что те же игроки, которые этот матч начинали, они сейчас на площадке. Ну и у нас, соответственно, то же самое. Тарас Ктей. Хорошая такая полноценная игровая практика сегодня получается. И матч достаточно затяжной, и концовки были упорные в двух сетах. То есть вот то, что сейчас на этом этапе так нам необходимо. Ктей вел мяч в игру. Началась четвертая партия. Хорошо сейчас Китюхин видел прекрасно. Буквально с головы Мусерского этот мяч снял, подстраховался. Но вот тут подстраховать уже просто не успел. Ну, что-то заумное сейчас, честно говоря, сыграли мы в доигровке. Можно было получше атаку организовать. 1-0. Петюхин. Хорошая атака в линию. Не успевает. Кубинцы так сгрудились возле рекламного щита, но... Длины руку либера там явно не хватало, но не хватило длины рук и Фундоры в данной ситуации. Он значительно выше. Щиты, конечно, зачастую мешают достать тот или иной мяч. Ну, тут правила для всех одинаковые. Дмитрий Мусерский. 1-1. Вот от него бы сегодня еще эйс увидеть. Сейчас на фоне усталости было бы вообще здорово. Ну, главное, подал достаточно остро. Паликов молодец. И сейчас... Не получается уже постраховать Тетюхина. Бесет очень здорово попадает ему по рукам. Мяч летит далеко. Вау, 2-1. Ага, Хенри Белл появился в составе сборной Кубы. Вот, честно говоря, не заметил. Я мне показал, что стартовый состав Леона, стало быть, нет. То есть один из доигровщиков из основного состава заменил другого доигровщика основного состава. Ну, нагрузка, повторюсь, приличная, достаточно. И, наверное, Орландо Сэмюэль своего лидера решил поберечь. Завтра матч со сборной Японии. Еще можно дать игровую практику будет в той или иной степени. И уже там спокойно готовится к финалу. Михайлов. 2-2. Хороша эта подача. Гутьеррес классно принимает. Ну, насколько это возможно было в данной ситуации. Вот тут-то Сергей Гранкин здорово обманный удар выполнил. Был у него сегодня попытка такой удар сделать, но там он не очень маскировал свои действия. Здесь идеально. Ну, по сути, все были уверены, что последует передача. Если уж Николая Паликова, то в крайне. Но... Гранкин всех перехитрил. 20 очков Максим Михайлов набрал за 3 партии. Немножко так его график снизился. Но это потому, что в третьей сете была серьезная
поддержка от других волейболистов, которые проявили себя, в том числе и на блоке. Мы много выиграли. Хорошо, мяч поднимаем. Не будет атаки. Да, конечно, тут ничего не подобраться. А блок? Блок где-то прохудился у нашей команды, потому что Обмочаев явно не ожидал, что между рук мяч выскочит. И обработать его не успел. 11 очков было у Мусерского. Тоже добавил он в третьей партии. В том числе на блоке заметно. Ну и 10 очков у Тараса Ахтея. Что касается элементов, по блоку мы даже после третьего сета вышли вперед. 9-8. Это отрадно, потому что кубинцам мы в этом элементе в этом сезоне проигрывали постоянно. По эйсам 5-4. Но это небольшой перевес. И количество ошибок даже на одну больше у кубинцев после трех партий. Вот все меньше и меньше ошибок с каждым сетом у наших. Это здорово. По крайней мере, было вот до данного момента такая динамика. Сейчас не повезло, при предыдущей подаче мяч увидели, рухнул на нашу сторону. А это вновь Сергей Гранкин. На сей раз вынужденный обман на удар, и кубинцы уже не реагируют. Или по-прежнему не реагируют, как хотите. Но сейчас вроде такая очевидная боль, по крайней мере, со стороны ситуации для обманного удара была. Слишком высокая доводка, да? Тут центральный должен быть повнимательнее. Петюхин хорошую подачу выполнил. Так и не совладали кубинцы с ней. И выводит Сергей нашу команду вперед. Пусть, наверное, это очко на его личный счет не попадет. Все-таки два касания было после его подачи. Но так или иначе, подача хороша. И вновь здорово. И вновь есть шанс очко выигрывать. Но не мешать только друг другу. Вовремя там, я не знаю, подсказал Николай Паликов или нет. Или Сергей Гранкин учел за благо убрать руки. Поступил центральным. Ему полегче было в этой ситуации. Ну, Николай Паликов все увереннее и увереннее действует. Вот. Будем надеяться, что прорвало. Араша вновь подача Тетюхина. Кубинцы уже рискуют. Белл так на удачу атакует на тройной блок, но попадает в сетку при этом. 7-4. И тайм-аут вынуждает наш ветеран взять тайм-аут кубинского тренера. Ну вот, казалось бы, откуда силы, да, у Сергея Тетюхина в такой тяжелой ситуации. При том, что он еще оптимальных кондиций не набрал. В четвертом сете, ну, по сути, после почти двух часов игры, вот, находить силы на такие серии подач силовых. Ну и сейчас будет перерыв технический. Наверное, это тоже рассчитывает, конечно же, Орландо Самуэль. Хочет сделать побольше пауз для своих подопечных. Кубинцы, кстати, очень давно не проигрывали. Они выиграли все матчи на Доминикане. Они выиграли все матчи в Калининграде. Они выиграли первый матч здесь. Ну, вот уже 7 матчей подряд. И, честно говоря, ну они выиграли правильно. У нас последний матч в Хамамацу, это точно. То есть минимум 8 побед подряд. Ну, а сборная России готова сегодня прервать эту серию. Вновь Сергей Тетюхин приносит очко. Так, не без везения, но хорошая, смелая. Опять же, острая подача, и вознагражден он еще одним набранным очком. Вот это уже, наверное, будет защитно, как эйс. 8-4 сборной России. Ну, получает необходимые преимущества. Нельзя сказать, что как-то мы резко изменили игру. Нет, классно отподавал Сергей Тетюхин, остальным только помогать ему оставалось. Переходящие мячи забивать, играть на блоке. И мы получили преимущество, которое так необходимо было. Нужна победа, и нужна победа хорошая, надежная. Вообще вот так вот в этом формате, играя мировую лигу, невольно начинаешь думать, что других команд на свете не существует, потому что из недели в неделю одни и те же соперники перед тобой играют, с тобой играют, после тебя играют. Ну, живут все в одной гостинице, в волейболе так принято. И, в общем-то, все это достаточно. Тоже устаешь от этого. Даже не будучи игроком команды, честно говоря. А уж игрокам-то... Что сейчас? Ошибка в расстановке у кубинцев. Так что Сергей Тетюхин, который так постарался поаккуратнее подать,
будет делать это снова и может снова рисковать, потому что после перерыва мы сразу еще одно очко выигрываем. То есть кубинцы облегчения тут не дождались. Другой вопрос, что они сейчас нервничают и, может быть, будут ошибаться. Поэтому какова тут должна быть степень риска у Тетюхина. Справились кубинцы. Работает наш блок. И еще раз работает. Сергей Гранкин один в один закрывает Фундору. Ну, так, может быть, не без удачи. Такое ощущение, что руки Сергея широковато развел. Но вот в одну из этих рук мяч как раз и угодил. 10-4. Тетюхин добросовестно держит подачу. Еще раз здорово. Еще раз браво. Сейчас есть возможность тройному блоку нашему сыграть. Дважды Максим Михайлов первый раз показалось не очень здорово, но сейчас классно. Эх, чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуться, добраться до этого мяча. Но аплодисменты свои наша команда заслужила, конечно, сполна. 10-5. Эстрада отправляется на подачу. Страхует. Те и сам он себя не страхует, в том числе. Потому что, конечно, Апаликов обязан был просто, ну не знаю, если не спасать этот мяч, какое-то более внятное движение делать. Вот он стоял и смотрел, по большому счету. Да и Ухтеев, будь он в оптимальном состоянии, наверное, хватило бы время перестроиться и нырнуть за этим мячом. 10-6. С подачи-то справляемся здорово. Михайлов, ну, по сути, без блока и спокойно выигрывает, несмотря на то, что там даже как-то исхитрился 13-й номер Фиель этот мяч зацепить. Но не настолько, чтобы остановить эту атаку. 11-6. Баликов. Хороша подача, но аккурат с Гутьерреса. Сам Николай неловок как-то сейчас был в защите. Можно было поувереннее мяч в игре оставить, и кубинцы тотчас же реализуют неожиданно свалившийся на них шанс. 11-7. И подавать будет Фундора. Хорошая доводка вновь Тарас Ахтей. Отмечаю наш прием. Ну и Тарас в атаке сейчас блестяще сыграл. Ну вот то, как принимают наши волейболисты, не может не радовать. Сейчас ошибок минимум. Подачи при этом достаточно сложные все-таки у кубинцев. Но мы видим, как уверенно и надежно сейчас играет. Ахтей непростой мяч в атаке забил. Вы, наверное, на повторе имели возможность в этом убедиться. Проходит по линии. И Бисер словно отвечает Тарасу. Ну, действительно, и у него классная атака. 12-8. Бисет будет подавать. Петюхин. Классная атака. Так уж приложился от души, и даже мяч попал в кубинца. Обработать такой мяч невероятно трудно. Низкий такой папь с Тетюхиным играют наши. Ну, тут главная скорость атаки и главная четкость вот взаимодействия между ним и Сергеем Гранкиным. Ну, все это на большой высоте сейчас было. Фтей. Конечно, пока далека подача Тараса от его самой боевой. Часто получается достаточно несложно для принимающих, вот как в данном случае. Ну и тут атака первым темпом никого не удивляет, наверное. Бисет. Но все-таки есть о чем призадуматься руководителям Международной Федерации Волейбола. И когда будет формат мировой лиги на будущее продумать. Сейчас Гранкин ошибается при второй передаче. Потому что вот эти матчи на нейтральном поле, которые получаются, ну, ничем им не могут местных болельщиков привлечь. Все-таки мировая лига, да, это подразумевает хорошую посещаемость во многих случаях. И во многих странах она тому соответствует. И у сербов-то на волейбол тоже ходят охотно. Там
нормальные цифры, но вот эти матчи нейтральных команд вряд ли кого-то могут заинтересовать, даже не вот в том случае, когда играют такие классные коллективы, как сборная России и Кубы. Касание там у защитника было однозначно, без сета. На всякий случай он удивленно скинул руки. Как же так? Ничего похожего, но все было достаточно очевидно. 14-10. Понятно, что формат в этом году несколько вынужденный из-за того, что немного игровых недель в олимпийском сезоне, но все равно видоизменяется мировая лига время от времени. Правда, это интерконтинентального раунда по большому счету раньше не касалось. Всегда он примерно в одном и том же формате проходил. Но, насколько я знаю, и без того задумывались немножко так изменить. Был разговор о супергруппах каких-то, но вот потом отказались от этого. В этом сезоне так играет. Для игроков это более длительные выезды. Вроде по факту то же самое, три уикенда на выезде. Но, во-первых, всего один домашний остается вместо трех привычных. Во-вторых, все-таки три игровых дня, а не два в каждом из уикендов. Значит, минимум на один день надо раньше выезжать. А с учетом длинных перелетов, это, по сути, целые вырванные недели из тренировочного процесса. То есть приходится там набирать в играх, по большому счету. Что тоже неплохо. Но все-таки нужна такая более планомерная, спокойная работа. Так что есть недостатки вот этого формата. Это не мое личное мнение, нет. Изнутри, из коллектива, если хотите. Я с этим целиком согласен. Куинтана. Ошибается. 16-12. Вот, кстати, для кубинцев это более привычная форма. У них национальная сборная львиную часть календарного года находится вместе. Когда чемпионат у них, он совершенно короткий, там 1-2 месяца буквально. В последнее время с чемпионатом национальным у кубинцев какие-то проблемы. Так что в рамках национальной команды ездят, готовятся, много времени проводят вне Кубы. Так что для них это, наверное, более привычная такая форма существования. У нас, сами понимаете, клубный сезон тоже достаточно важный. И по продолжительности с международным, по сути, одинаковые получаются. Клубный чуть больше, наверное, все-таки. Второй технический тайм-аут, 16-14. Наши 4 очка преимущества сохраняют, которые вот на подачах Сергея Тетюхина были достигнуты к первому техническому тайм-ауту. Сейчас спокойно так, может быть, даже академично, но это немножко не так, как это было в первой партии, когда никак не получалось там ритм игры поймать. И сейчас по-другому, сейчас наоборот. Есть определенный контроль за ситуацией, это чувствуется. Ну и Сергей Тетюхин вновь подает после технического перерыва. Не получается у него на сей раз. Ну, сейчас важно справиться с подачей эстрады с первой попытки. И потихоньку вот этот начинать последний рывок уже к победе в матче. Постараться довести дело до победы в 4 партиях. А Паликов. Вот видите, уже даже сложные мячи выигрывает достаточно уверенно. Без тени сомнений атака. Хотя немножко вот сейчас взлет там за головой, на голове. Даже трудно понять, где он этот мяч хватал. Немножко в недодачу была передача, но, тем не менее, никаких проблем. Вот что значит, все-таки, когда игрок действительно в хорошем тонусе находится, вот в конкретный данный момент. И подача летит, все в полном порядке. И в защите едва мяч Николай сейчас не поднимает, правда, ногой. Обработать здесь, сами понимаете, невозможно. Могло повезти, но не повезло. 17-14. Фундора. Не затейливо, знаете, незамысловатая подача. Я бы даже сказал накатом, не побоюсь вот такое определение дать. Но вот не разобрались Сергей Тетюхин и Тарас Хей, кому этот мяч принимать. Опять же, вот тот самый случай, когда игроку, у которого левая рука ближе, мяч летит, но при этом в разрез.
такая зона конфликта неприятная. Сейчас Тетюхин успевает поставить руки. Ей старался не проиграть, но здорово все сделал Бисель сейчас. Буквально крышу над ним соорудил, и мяч отвесно упал. Не смогли партнеры постраховать. Ну вот растеряли мы все преимущество. Всего одно очко остается, 17-16. Ну, хороша подача, с другой стороны, Фундоры. И вновь сложности в приеме, Тетюхин. И мы без борьбы мяч отдаем, сейчас надо отбиваться. Уверенно выигрывает Хенри Белл мяч для своей команды, 17-17. Моментально испарилось 4 очка преимущества. Ну, похожая ситуация, как при подаче Тетюхина, согласитесь. Классно летит мяч у Фундора, и приходится Владимиру Олегну останавливать вот эту серию минутным переносом, ну, минутным, 30-секундным по факту. Тайм-аутом, короче. В общем-то, практически даже немножко успокоиться, этот мяч принять. Может быть, и на молодого соперника это определенное давление окажет. После тайм-аута подавать посложнее, конечно. Сейчас, если сильная подача, выбиваем над собой. По одному перерыву использовали Владимир Олегный и Орландо Самуэль. Так что еще обязательно тайм-ауты в этом сете будут. Не знаю, во множественном числе или нет, но кто-то из наставников по логике вещей должен бы их использовать. По-прежнему Фундора на подаче. Вот тоже его как-то прорезался к концу игры. И стабильно, и сильно. Накатом было. Муслерский молодец. Внимательно сыграл в приеме. Не только внимательно, очень качественно это все сделал. Сам же вышел в атаку. И первым темпом приносит 18 очко для нашей команды. Мы сдвигаемся с этой расстановки. И сдвигаем игрока, который с подачи, Фундору в данном случае, который уступает на задней линии место Лейви. Аут. Ошибается сейчас Биссет. И что там? Что там выпрашивают кубинцы? Честно говоря, для меня странно. Мяч попал за и попал очевидно. И вновь судья говорит, я видел. А китаец сегодня приучил к тому, что спорить с ним бесполезно. Ну, немного было эпизодов, но решение он принимает четко и безапелляционно. Эх, немножко не хватило, чтобы этот мяч поднять. Но атака кубинцев была хороша. 19-18. Еще раз смотрим. Широкая передача, практически контейнер. Поэтому Максим Михайлов здесь не успевает просто. Диас выходит на подачу. Такое привычное усиление. При этом оба связующих на площадке. Так что, если что, наверное, все равно пасовать будет эстрада. Хотя посмотрим. Да, Диас меняется в защите играть. Хтей. Не успел здесь. Белл слишком поздно пошел закрывать Тараса Хтея. А передача была достаточно широкой для этого. Поэтому наш нападающий использовал свое преимущество в скорости. 20-18. Хорошая атака Белла. Так, посложнее, конечно, центральным становится успевать в края. Усталость все-таки накапливается, это заметно. Ну, а мяч летит по-прежнему быстро от связующих. На него-то продолжительность игры никак не влияет. Наотмашь подают кубинцев в концовке, рискуют максимально. И этот риск приносит им дивиденды. Сейчас вновь шанс был сравнять счет очередной. И очередной раз без этого не использует. По рукам не попадает. Вторая такая ошибка уже в концовке. У него 21-19. Юрий Бережко. Практически сегодня мы его не видели. Немножко помог на задней линии. В предыдущей, в первой партии, по-моему. Нет, наверное, во второй все-таки он выходил в концовке. Ну, неважно, это один раз. И вот сейчас, и в том и в другом случае, вместо Тараса Хтея. Муслерский ошибается.
Лейва прошелся по задней линии, уступил свое место центральному. Ну а Хенри Белл на подаче. Неудачная она у него откровенно получается. И Максим Михайлов. Вновь Павел Круглов готовится у нас. Но менять он будет опять Гранкина. Так что сегодня тоже... Ну, сегодня, по сути, мы играли одним составом. Вот эти замены, они совсем уж точечные у нас на какие-то вот отрезочки, эпизоды. По сути, одной шестеркой сборная России этот матч провела. Правда, еще говорить о том, что он заканчивается, согласитесь, рановато. 22-21, там интенсивно разминается Леон. Может быть, рассчитывает еще поиграть. Орландо Самуэль пока невозмутим. Сейчас есть доводка. Первый темп блестящий. А Паликов вновь обыгрывает блок. Приносит 23 очко нашей команде. Тарас Фтей возвращается на переднюю линию. Хотя Бережков бы там тоже пригодился. Но надо уж сыграть этот матч по полной программе нашему капитану. Ну а Павел Круглов вместо Гранкина на блок. Не хватает. Да, вроде Круглов все делал правильно. Наверное, между рук мяч проскочил на повторе. Может быть, мы увидим. Но, похоже, не увидим мы повтора. Эстрада. Калаф одним блоком. Ну вот по ходу решать такие ситуации надо атаковать и ни о чем не задумываться. По линии все-таки всегда есть опасность ошибиться. Матчбол. Два матчбола у сборной России. На подаче Николая Паликова, стало быть, и здесь мы вправе рассчитывать на то, что матч закончится. Подача у Николая летит. Ну а нет, так с приема надо постараться завершить этот матч. А Паликов, нет, летит она слишком быстро и далеко. Если расвал. Хотя до этого, после хорошей атаки, он обязательно подавал. Но вот разводит руками, не получилось. Бывает. Леон появляется действительно в концовке. Вместо Биссета. Ну, в диагональ, наверное. Ну, а скорее всего, на блоке сейчас попробует помочь своим партнерам. Владимир Олег на этот коварный план пытается разрушить. И берет свой второй перерыв. Вот так вот неожиданно. Вроде выигрываем и матчбол у нас. А кубинцы тайм-ауты не использовали. Олег на оба. Не так часто это бывает в матче нашей команды. Чаще у Олега тайм-ауты остаются. Но сейчас какое-то конкретное абсолютно указание. И он его очень быстро довел до своих подопечных. На что обратить внимание, я так думаю, есть идея блок от Леона отвести все-таки. Опять же, надо знать еще, где он будет блокировать. Да? Останется или разменяется кубинцы после своей подачи. Ей на тройном блоке трудно. И что, пожалуй, не попадает. Нет, попадает по рукам кубинцев. Те негодуют. А это означает, что матч закончится. Те, причем конкретно показывает, что он попал по рукам Хенри Белла. Судья спорить не настроен. Но какая-то такая небольшая пауза все-таки возникает. Да, мяч отдается сборной России. Просто уже много лишних людей на площадке, которых там не должно быть до принятия окончательного решения. Но так или иначе, матч завершается в пользу нашей команды. В четвертом сете 25-23 и 3-1 по партиям. 1 официальный матч всего у нас остается до старта Олимпийских игр. Он состоится завтра здесь же, в спортзале Войводина. Сборная России будет играть с сербами. Ну а мы на этом заканчиваем нашу трансляцию. С вами был комментатор Владимир Стецков. Всего доброго.